Да даже дождь сегодня не может омрачить такой великий праздник, тем более такой юбилейная дата, 70-летие Великой Победы над фашистской Германией. Вот. Мне повезло, в этот юбилейный год я являюсь участником парада в составе Оренбургского городского казачьего общества, от Оренбургского войскового казачьего общества. Погода, она соответствует тому, что у нас было в истории. Поэтому это благодать, которая опускается на тех людей, которые ушли, нет, с нами. И День Победы вообще это один из самых великих праздников. Поэтому я всегда считаю нужным и должен прийти, пойти на параде, встретиться с людьми, своими однополчанами и вспомнить прежде всего наших родственников, дедов, которые воевали в гражданскую Великую Отечественную. Отец у меня, нету его сейчас уже в живых, он был контужен в 43-м году, воевал. В честь этого великого праздника, 6-й год, я на этом автомобиле открываю парад. Это автомобиль участника Великой Отечественной войны Яна Ивановича Василенко. Его уже нет. А вот в память его наши ребята в гараже сделали этот автомобиль. Этот автомобиль 1974 года. Шестой раз он открывает парад на площади, на нашей площади Ленина. На этом автомобиле будет открывать парад командующий парадом. Отечественная война началась, еще никто не знал, что началась война, я уже узнал через 5 минут. У меня отец был начальником заставы, Кремшель город такой есть. Вот там как раз немцы перешли на нашей заставе, начали переходить границу. Вот оттуда и пошла вся моя, значит, жизнь под бомбежками, по обстрелам, в оккупации был я на Украине. Но первый день, 15 минут 4 было как раз, началась канонада. Пришла машина с заставы, мы быстро оделись, ну дома, как что мы были. И отвезли нас, и мы уехали 12 километров от Перемышля в город. И вот 9:30 утра обстрелял самолет, когда налет был на наши войска, налет был, которые двигались и на Перемышль. Вот там меня обстрелял самолет немецкий как раз. Один боец меня схватил и в канаву туда-сюда. Таким образом спас. Это великий, главный, святой праздник для каждого россиянина, для каждого гражданина нашей страны. Для меня он тоже святой, как для внука погибшего на фронте, и как для человека, который всю свою жизнь, сколько себя помню, в этот день мы всегда вспоминали всех погибших на фронте. 17,5 лет я добровольно ушла на войну. И сразу направили нас на Сталинград. Это поезд шел туда, состав. И нас добровольцев, которые
направлены были в Сталинград. Поехали. По пути нас стали бомбить. Под Камышиным мы получили, что называется, боевое крещение. С воздуха бомбили наш эшелон. Остановились по звуку воздуха. Мы выскочили из поезда и по-пластунски потихонечку от рельсов отползли. Кончилось это все, мы снова поехали и... Дальше направление было на Камышин. Значит, потом, после того, как мы защитили Сталинград, где были страшные бои, и мы выполняли должность, наблюдали за авиацией вражеской, нашей, советской, давали данные зенитчикам, куда летят, с каким грозом, какое направление, какой курс. Они их встречали. Я приписал свои годы и добровольно ушел на фронт. Участвовал в освобождении Украины. Польши, Чехословакии, Германии, чуть-чуть Венгрию захватил. Там люди, я вспоминаю, как во время войны, когда мы проходили, все деревни, одни трубы стояли, все погорело, и стоит женщина бедная с двумя детьми, с девочками. И бедные такие плачут, нас встречают. Когда мы пришли за границу, особенно в Чехословакию, в Чехословакии очень хорошо, и везде было, с одной стороны людей много стояло, и с другой стороны прямо колонна, набито людей. И все кричали: «Да здравствуй, победители!» Что для тебя значит День Победы? Ну, у меня еще жива прабабушка, она мне много рассказывает. Она работала поваром, когда я был 13 лет. Вот, поэтому, ну, вот так. То есть по рассказам знаем. Замечательно, очень волнительное чувство. Такой великий праздник. Так хочется еще увидеть тех живых, которые остались. Я не знаю, ну, мороз по коже. Прям большой им поклон до земли, ветеранам. Конечно, великолепный праздник. Все замечательно, красиво. Спасибо.